Мы живем в эпоху свершившейся информационной революции, поэтому сегодня социальная роль журналиста особенно значима. Не информационная обслуга, а содействие созидательной работе. Это граждане с повышенным чувством ответственности перед людьми. Такую роль и задачу журналистики поддерживает профессиональное сообщество «Союз журналистов Подмосковья». В 12-й раз в Раменском прошла церемония вручения региональной общественной премии «Союза» в области СМИ имени Виктора Мельникова. Журналистика – это служение. Служение людям, служение обществу. 12 лет Союз журналистов Подмосковья вручает премию журналистам, которые не просто выполняют профессиональную свою работу, но еще и своей позицией гражданской, своей творческой работой выполняют какую-то важную общественную задачу. Вот такой замысел. Премия вручается в память раменского журналиста и общественного деятеля Виктора Мельникова, который внес большой вклад в развитие журналистского сообщества региона. На церемонии всегда присутствуют члены его семьи. Собравшихся приветствовали представители региональных общественных организаций, региональных средств массовой информации, а также глава Раменского Виктор Неволин. В муниципальных средствах массовой информации Московской области работает более 800 журналистов. Премии удостаиваются лучшие. Награду присуждают в номинациях «Развитие СМИ», «Общественная деятельность», «Успешный дебют», «Журналистика». Наши коллеги и сотрудники Щелковского телевидения уже неоднократно становились лауреатами премии. В этом году приз в самой престижной номинации «Журналистика» получила Ирина Микеда за авторский краеведческий проект «Я родом из Щелково». Мечтала заняться таким проектом, рассказывать людям, гражданам, гостям и землякам о том, что мне интересно в моем любимом городе Щелково, чтобы они полюбили его так же, как его люблю я. Каждый год интересен, каждый год приносит какие-то открытия, отметила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова. В частности, впервые появилась номинация «Легенда подмосковной журналистики». Премию вручили главному редактору Раменской редакции печатных изданий «Грань» Ивану Ступникову. Также премии удостоился проект Союза журналистов «Живая память», о котором мы неоднократно рассказывали, и его координатор Юлия Батурина. Церемония вручения премии имени Виктора Мельникова подвела итог очередной ежегодной, уже 12-й по счету, медианедели Подмосковья. Наталья Медведева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.